Друзья, всем привет, с вами Антон Воронков, на канале MyGT.ru. Самый популярный вопрос на канале – как купить у нас продукцию? Давайте обо всем по порядку. В описании к этому видео и к любому другому есть все наши контакты, где мы находимся, режим нашей работы, наш общий телефон, он, кстати, для всех по России бесплатный. 8 800 550 5722. 8 800 550 5722. В описании все это есть. Просто в описании переходите, там, если в Ютубе там два раза на точечки нажимаете, в описании заходите, там все есть подряд. Там идут сначала телефоны наши, адреса наши, режимы нашей работы. Работаем мы с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 по НСК. Это МСК плюс 4. Тоже это учитывайте. Выходные мы, к сожалению, пока что не работаем. Но, к счастью для всех наших сотрудников, к сожалению, для клиентов некоторых. Мы над этим работаем, может быть, у нас будет система поддержки выходные праздничные дни и в позднее время в следующем году, ну, думаем пока над этим. Вот, склады наши, как купить у нас физлицу в Новосибирске, это можно сделать и из любой точки России тоже. В Новосибирске приезжайте к нам по адресу улица Николая Островского, 111, корпус 5, офис 319, третий этаж. Вы можете просто приехать для консультации, можете приехать уже за товаром. Предварительно обязательно всегда звоните, потому что наличие товара нужно уточнять обязательно перед поездкой, чтобы вам зря не ехать. Склады находятся оперативно у нас здесь же, мы отгружаем чаще всего с них. С этих складов, которые находятся в Новосибирске. С междугородними клиентами мы работаем по всей России. Неважно, с какой точки России вы нам позвоните. Учитывайте только разницу во времени. Отправляем мы транспортными компаниями СДЭК и Энергия. У нас договорные отношения и с теми, и с теми, потому что некоторыми отправляют дешевле двадцатки, некоторыми отправляют дешевле четверки, то есть по-разному бывает. Вот это стоит, будет гораздо для вас дешевле, чем вы бы заказывали перевозку по России сами своими средствами. У нас с ними скидка большая, дисконт большой они надают. Вот, отгружаем из нашего склада, упаковываем товар тщательно. 20-литровые канистры мы упаковываем в поролоновые специальные прокладки, там прокладываем, вернее, пупырчатую пленку, которая, знаете, щелкается такая. Вот, коробки, наш фирменный скотч и так далее. В том числе и маленькие фасовки тоже так же упаковываем. И NASDAQ энергию. Это делаем всегда мы абсолютно, во всех случаях. Что касается ценов и продукции, это все можно уточнять либо на нашем сайте. Наш сайт очень простой, еще раз, 4 буквы .ru. mygt.ru, mygt.ru, как название канала, mygt.ru. Короче, узнавать, смотреть можете там по ценам. Единственное, что там по ассортименту сейчас из-за понятных вещей, которые с февраля до 2 года происходят, некоторые есть сумятица там в товарах и в ценах, но у нас об этом есть указание на сайте, что у нас цены нужно уточнять обязательно у менеджеров, прежде чем к нам ехать или что-то заказывать. В любом случае, если вы заказываете на сайте, до вас дозвонится наш менеджер в любом случае. Если вы нам звоните, например, в выходные дни, в вечернее время, там, потому что ну, вечернее для нас, для москвичей, наверное, это день, вот, то обязательно на следующий день вам перезванивают наши менеджеры. Они смотрят утром все телефоны, все номера, которые были пропущены, и перезванивают всем. Поэтому, если вы звонили и не дозвонились, до вас вам перезвонят обязательно наши менеджеры и уточняют, что вы хотели, какой продукт вы хотели бы приобрести. Консультирование у нас абсолютно происходит. Все менеджеры адекватные, все менеджеры работают уже давно в этой сфере, поэтому они вас проконсультируют, расскажут вам про продукцию, какую лучше выбрать и что предпочтительно и так далее. Мы занимаемся маслами, вы все прекрасно знаете по каналу, также мы занимаемся запасными частями, у нас есть расходники основные все, есть свечи, есть колодки, есть фильтрующие элементы. У нас есть все это абсолютно, в том числе и походовки, много чего есть, и шаровые, и наконечники, и т.д. и т.п. Это тоже нужно уточнять. Для того, чтобы правильно подобрать продукцию для вашего автомобиля, расходные материалы, обязательно называйте свой ВИН, либо номер кузова. Он есть у вас в вашей бумажке, вот в СТС, вот с машины, которая бумажка, там есть ВИН, либо номер кузова. Без этого наши менеджеры подбирать расходные материалы, типа фильтрующих элементов или свечей, не будут. У нас есть четкие указания, у них есть четкие инструкции по этому поводу. Поэтому, если просто на Nissan X-Trail вы звоните фильтр, понятно, что он 224, но у менеджеров есть четкое указание подбирать по ВИНу. Поэтому обязательно это делайте. Соляви, как бы надо все быть, чтобы инструкции соблюдались. А что касается отгрузок с маркетов наших, да, маркеты, у нас есть 4 маркетплейса. Это основные Озон, Wildberries, Мегамаркет сейчас и Яндекс.Маркет. Но Яндекс.Маркет тухлый капец, там какие-то тупые ограничения у них, короче, ну, короче, капец там. То есть нельзя там моторное масло продавать, долгое время сейчас было, то есть из-за пожарной безопасности. Мы продаем по системе ФБС, то есть наших складов, блин, это Яндекс пробил очередное дно в этом плане, как бы там капец. Вот, что касается основных магазинов наших, это, конечно же, Wildberries, Озон, на них мы продаем основную массу товара, поэтому можете сделать заказы там. Они тоже есть все в описании к этому видео, полностью смотрите, там все можете там выбирать.
Озон, все маркеты наши, Озон, Wildberries, там Мегамаркет, Яндекс.Маркет, и наши продажи с наших складов здесь, это две разные структуры. Компания одна, да, но направление два разные. Занимаются этими разные люди. И чтобы вы понимали, если вы позвоните к нашим менеджерам сюда, они вас не проконсультируют по поводу работы с маркетплейсами. В маркетплейсах вам нужно писать именно в маркетплейсах. Там есть специальная команда, отдельная команда, которая отвечает на вопросы там, маркетплейсы. Это не касается наших оптовых продаж и работы с физлицами здесь у нас на складах. Две разные компании. Ну, компания одна, вернее, две разные структуры. Работаем мы 17 лет, работаем мы с 2007 года, работает наша компания. Я работаю в этом бизнесе уже давно, мне 45 лет, я работаю с 2000, ну, вернее, в этой компании с 2007 года, с самого начала. А до этого работал в ExxonMobil, на ExxonMobil работал 7 лет, ну, еще там с автомобильным бизнесом тоже был связан. Мой коллега, с которым мы вместе этот бизнес сейчас развиваем, он тоже работал со мной, здесь работает тоже 17 лет, Дмитрий. И работал также раньше в ExxonMobil тоже 5 лет. Поэтому у нас люди, которые проверены здесь, ребята, которые менеджеры у нас работают, многие работают десятилетиями уже в автобизнесе, работали в разных структурах, которые были связаны именно с запчастями, с смазочными материалами и так далее. Поэтому все ребята профессиональные, все ребята разбираются в своем вопросе и могут вам поконсультировать и вам все подсказать. Телефоны дополнительные я тоже в описании к этому видео добавлю. Наших менеджеров, если вы не дозваниваетесь по основному, а это тяжело сделать, потому что в сезон телефон у нас, к сожалению, к огромному, всегда занят. У нас ограниченное количество менеджеров, и мы не успеваем просто отвечать, поэтому пытайтесь дозваниваться по альтернативным телефонам. По межгороду. У нас есть свой транспорт грузовой, которым мы поставляем продукцию еженедельно по межгороду. Мы ездим в такие направления, давайте по порядку, в сторону, значит, Карасука. Это, соответственно, Карасук, Ордынская, получается, Кочки там и так далее, те вот все населенный пункт, который находится до Карасука. От Карасука мы еще едем в сторону Павлодара, там небольшое расстояние, километров, наверное, 60 примерно. Вот все эти деревни, населенные пункты мы обслуживаем. В сторону Барнаула. До Барнаула мы не доезжаем, мы доезжаем до развилки, которая с Черепаново-Оленево, получается, Черепаново-Оленево, потом Сузун, Бердск, Искитим и так далее, и все эти, Академгородок и т.д. Вот Новокузнецк. Это, получается, промышленное, с Прокопьевский, Селевск, Белово, в ту сторону мы ездим, в сторону Кемерово ездим еженедельно, в сторону, ну, Кемерово, когда едем, мы едем, получается, еще Кемерово, Топки, потом, получается, Болотная, Юрга, Машково, вот это все эти населенные пункты мы заезжаем, в сторону Тогучина едем, до Тогучина доезжаем, Тогучина, там еще тоже промышленный, по-моему, есть, если не ошибаюсь, в сторону Колывани едет машина наша еженедельно, едет машина наша в сторону Омска. Это в Омск мы не доезжаем до самого Омска, потому что это как бы утопия. Едем мы до Чинов. Чины, Каргат, Куйбышев, Барабинск. Вот все эти направления тоже у нас каждую неделю. Каждую неделю, то, что я вам перечислил сейчас, во все эти направления у нас едет наши собственные машины. Если у вас есть магазин, станция, какой-нибудь там, не знаю, либо просто как частное лицо хотите приобрести у нас товар, на этом сэкономить или там приобрести товар оригинальный, вы можете нам позвонить. И также, например, если вы живете в Каргате, у нас машина в Каргате бывает каждую среду, к примеру, да, среду или четверг, не помню, ну, среду, по-моему. Вы звоните нам, например, в понедельник, делаете заказ, мы его формируем, к вам упаковываем в автомобиль в наш, и вы у нашего водителя просто в Каргате его забираете. Все очень просто и легко делается, элементарно. Так мы работаем со многими. Вот, оплата у нас происходит для физлиц, что больше всех интересует, по QR-коду. То есть вы, например, из межгорода звоните нам и заказываете товар, мы вам скидываем QR-код на продукт, вы, соответственно, по нему оплачиваете по QR-коду, получаете чек, получаете там акт, когда мы отправляем товар с нашего склада. Отправка товара происходит после оплаты через... Ну, два дня, в течение двух дней отправляем, вернее. В нашем офисе здесь вы можете оплатить товар любой карточкой, которая действует в России. У нас есть терминал здесь, можете оплатить улыбкой, поэтому улыбаться особо, я думаю, не стоит в офисе здесь. Напомню еще раз, что прежде чем к нам ехать, чтобы время ваше не тратить, обязательно нам наберите по нашим общим телефонам, узнайте, уточните, что вас интересует, проконсультируйтесь по наличию товара и так далее. 8 800 550 5722. С юрлицами работаем, естественно, со всеми мы работаем, с любыми юрлицами, с любой точки России. По безналичному расчету работаем мы по общей системе налогообложения, мы работаем с НДС.
Вот, любые юрлица могут делать у нас запросы, наши менеджеры будут кропотливо сидеть, подбирать, скидывать вам информацию, и вы будете там на нее основываясь уже принимать решения. Мы будем выставлять вам счета, мы работаем на договорной основе, соответственно, по разной схеме работы. У нас есть, да, и предоплатная система работы, есть консигнационные, есть системы работы, вот, ну, по-разному, в общем, зависит от разных ситуаций. Как-то так. Я говорил быстро, потому что, ну, приходится тут говорить быстро, работать быстро, думать быстро, действовать быстро, поэтому можете поставить там на скорость 0,5 и послушать еще раз, если кто-то, может быть, что-то пропустил. В общем, как-то так. С вами Антон Воронков, вы на канале MyGT.ru. Подпишите, поставьте лайки. Напомню еще раз, в описании видео этого есть абсолютно все наши контакты, как и к любому другому видео, которое вы смотрите на наших всех наших каналах. Всем пока!